загоне. Выбирает мяч под правую. Катит под удар Влашичу. И 0-1. Влашич. Пас. Может быть, голевой? Да, Тимур Жамалетдинов. Может быть, первым касанием в этом матче забивает второй мяч в этой встрече. Чалов пробить, нет, пас на Влашича, удары, 2-0. Прекрасно разыграли комбинацию. Сворачивается мяч по правой. И это значит, что Влашич может вложить мяч в ногу партнеру и 2-0.